Сегодня разбираем планировку. Она у нас вот такая учебная версия Архикада или в чем-то сделана. Ну, это не суть. Давайте посмотрим, как она выглядит и какие здесь у нас есть основные ожидания. Итак, мы заходим и попадаем в такое большое пространство. То есть, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, нужно понять, куда мы размещаем нашу верхнюю одежду. И это непонятно уже сейчас, потому что если мы размещаем сюда, здесь нужно понимать, что тут 600 должно быть. И куда-то хочется присесть, да, то есть что здесь находится, где у нас стульчик, да, где у нас будет, ну, не знаю, какая-то тема с ключики положить. То есть в целом хорошо, если несколько человек зашло, но должен быть какой-то пуфик, должно быть какое-то место, куда расположить верхнюю одежду. Здесь, наверное, как-то это все предусмотрено, но я пока это не вижу. То есть, ну, наверное, да, если здесь верхняя одежда, если здесь какой-то там шкаф, например, даже на 600, и здесь, например, там ключница какая-то, ну, тогда, наверное, окей, и пуфик где-то. Дальше, заходим в следующую зону, здесь вентиляция, это ванна. Лучше заходить внутрь, то есть дверь, чтобы внутрь открывалась. Мы заходим на раковину, это хорошо. Здесь получается сушилка и унитаз, тоже хорошо. В принципе, да, нормальная история. Теперь заходим в основную зону. Здесь тоже надо показать, что 600 есть. Гардеробчик отлично. Кажется, что вот эта тема должна быть чуть-чуть побольше. То есть 120 где-то перегородочку можно из кирпичика сделать, будет нормально. Здесь кровать, сразу же такой вот дизайн, да, в клеточный, хорошо, пусть будет в дизайн. Здесь такая длинная консолька. Сразу скажу, что вот сидеть за такой консолькой будет неудобно, и лучше, конечно, ее сделать чуть-чуть побольше, да, чтобы, ну, туда можно было ноги поставить, иначе вот здесь будет, ну, совсем очень маленькая, там, 30 сантиметров, невозможно будет сидеть, ну, то есть совершенно, да, поэтому лучше, конечно, чуть-чуть побольше столик сделать. Так, в целом нормально, идея, история рабочая. Дальше, заходим в зону номер 5, зона номер 5 – это гостиная. Здесь телевизор, диван какой-то, да, допустим, окей, смотрим. Хорошо, да, нормально. Здесь получается, что это стол, приставной к острову, тоже, кстати, неплохо. Холодильник здесь, да. Единственное, что с холодильника сбоку будет видно, если он не встроенный, будет видно все внутренности, поэтому лучше, конечно, здесь стеночку сделать и туда его внутрь строить. Но если он встроенный в кухонный гарнитур, то, надеюсь, там сбоку нормально сделана, ну, вот эта вот тема с закрытием этой истории боковой, да. Дальше готовим, ну, в общем-то, неплохо, да, то есть мы взяли с холодильника, поставили мебель, поставили куда-то сюда продукты, да, здесь подготовили. Здесь, кстати, ось соблюдена. Кстати, неплохая планировка, да, в целом, хоть и как бы изначально она оформлена, и вот эта вот центральная часть, там, ну, входная группа, не до конца понятно, какие шкафы, в целом-то решение очень симпатичное, да, можно все это дело оставить, и да, нормально. То есть из того, что можно сделать дополнительно, давайте дам какие-то, не знаю, рекомендации, советы. То есть по моему мнению, да, я бы все-таки делал открытую вот эту зону, хотя тут, опять же, кухня, ну, не знаю, опять же, там на вкус и цвет, но мне нравится, когда как можно больше открыто, хотя здесь, наверное, вот какая-то идея была как раз наоборот, закрыть и разделить эти зоны. Вот, если есть возможность, я бы еще дополнительно попробовал бы подумать, как вот эту вот всю зону, да, одновременно оставив здесь необходимый функционал, да, нужный, все-таки немножко разгрузить и немножко открыть, да, может быть здесь, почему здесь, что хочется сделать, хочется, чтобы вот это вот пространство, которое сейчас есть, чтобы оно как-то свет тоже получало естественный, да, это можно сделать, естественно, как-то там с фрамугой, да, еще с чем-то, может быть, тут там вот этот шкаф упразднить, да, и как-то вот меньше сделать вот этой зоны, может быть, кухню как-то завернуть немножечко, там, наоборот, тоже сюда в коридорчик, шкаф, может быть, в какое-то другое место поставить, может быть, сюда, может быть, еще куда-то, тут надо подумать, посмотреть. В целом, потенциал этой планировки есть, как сейчас сделано, тоже, в принципе, все нормально, неплохо. И да, здесь поздравляю с хорошим решением, да, надо понять, что вот здесь еще будет на веранде, здесь и здесь. Здесь все хорошо, длинная история, вокруг нее можно бегать, диванчик хорошо, здесь можно посидеть, посмотреть, здесь какие-то полочки тоже. Ну, кстати, вот здесь вот, наверное, вместо таких полочек все-таки я бы сделал какую-то гардеробку, потому что, ну, мало места для вещей, то есть для вещей получается только вот эта зона и все. То есть я бы вот эту зону все-таки бы сделал еще дополнительно как какое-то хранение. Иначе получается тут, ну, книги что-то будут, какие-то, ну, непонятные, хлам, да, какой-то, но нет какого-то большого гардероба. Я бы здесь все-таки, наверное, бы сделал какой-то гардероб, нормально. Вот, и еще один момент, что когда мы заходим, все-таки, когда мы смотрим из коридора в зал, ну, если человек тут сидит головой, то есть, ну, может быть, не сильно комфортно, что ты сидишь, смотришь на телевизор, и вдруг там кто-то сзади заходит. Ну, то есть, немножко такой вот, может быть, момент не очень комфортный. То есть, в этом плане возможно как-то разместить как-то, ну, не знаю, вот так вот
диванчики, да, дополнительно, ну, вот так, да, условно, тогда ты будешь сидеть, может быть, не так удобно телевизор смотреть, но сидеть тогда ты будешь там общаться как бы с людьми с глазу на глаз. А сейчас, получается, общение, оно как бы не подразумевается, подразумевается, что люди только телевизор смотрят. Для того, чтобы было общение, как раз-таки делается, ну, вот, с одной и с другой стороны, да, чтобы люди смотрели друг на друга, либо делается диван, да, плюс какое-то дополнительное кресло где-то еще ставится, чтобы можно было, ну, напротив сесть и, допустим, здесь человек один там лежит, да, другой здесь сидит и разговаривает, вот, ну, или там играют, там во что-то, например, можно поставить, вот, ну, только вот, скажем так, вот такие вот мелочи, да, которые хотелось бы тоже как-то учесть. В остальном все очень неплохо, нормально, да, можно использовать, поздравляю, да, и желаю удачи. Если было полезно и интересно, то ставьте лайки, делитесь комментариями. Если есть какие-то еще идеи, пишите тоже в комментариях. Хотите разбирать, чтобы мы сделали вашу планировку, да, с разбором, либо с дизайном, присылайте. Под этим видео будет ссылочка. Захотите заказать, чтобы мы вам сделали дизайн, то тоже присылайте. С удовольствием это сделаем. В удаленном формате, персонально сделаем вам либо дизайн, либо разбор планировочки. С вами был Станислав Орехов и до новых встреч.